День рождения сегодня отмечает председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин. Проводит он его традиционно за рабочим местом. Парламент Фарид Мухаметшин возглавляет вот уже 15 лет, но сфера его деятельности выходит далеко за пределы только законотворческой. Есть и общественная работа. Он возглавляет несколько организаций, среди которых, к примеру, Ассамблея народов Татарстана. К слову, знают Фарида Мухаметшина не только народы, населяющие нашу республику. Председатель Госсовета возглавляет еще и Комитет по актуальным вопросам Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Известно, что глава парламента любитель ретро-автомобилей. Он возглавляет клуб ГАЗ-21 «Волга». Наша телерадиокомпания присоединяется к многочисленным поздравлениям, которые сегодня поступают в адрес Фарида Хайруловича.